Дорогие друзья, сегодня второй урок цыганочки. И мы будем изучать вариации на тему. После того, как я играл тему. Но первую тему я подробно рассказывал в своем первом видео, которое так и называется «Урок первый. Цыганочка». Сейчас же мы разберем следующие вариации, которые есть, и которые зачастую играются в этой мелодии. Первая достаточно простая, идет по нисходящей гамме вниз, от соль. С четвертого пальца, четвертый, третий. То есть сольфа, сольфа, потом фа, ми, фа, ми, потом ми, ре, ми, ре, 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 до, си, до, си, ре, си, ре. И здесь соль, диез и фа, диез будет встречаться. Ля, соль, диез, фа, диез, соль, диез, ля. То есть достаточно простая. По два раза. Сольфа, сольфа, потом фа, ми, фа, ми, ми, ре, ми, 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 ми. Главное просто сохранять верные пальцы и саму мысль. То есть четвертый, третий, потом третий, второй, потом четвертый, третий, третий, второй, четвертый, третий, второй, четвертый. То есть четвертый, четвертый, третий, третий, второй. Потом опять четвертый, третий, третий, второй. А в левой, как известно, вот в моем, опять же, первом видео, аккорды такие. Ре, это который под ля минором. Как будто на гармошке. Достаточно простые. То есть идет на один бас с аккордом. На один аккорд, вот на этот, то есть на ре минор, здесь идет одна схема такая. Дальше идет. Здесь поднимаемся вверх, а здесь следующее. Потом опять вверх тут, которая на основе первой идет, то есть соль, фа. Дальше идет такая непростая для начинающих такая схемка па ба ба ба, то есть соль, фа, потом обыгрывание к фа идет. Ну такая непростая, мне кажется, даже вот на видео сейчас сложно объяснить, какие именно тут ноты. Только нужно конкретно знать, что идет сначала соль, фа, потом как бы фа, ми, это как бы полутон. Фа, ми, фа, соль, фа, ми, потом опять полутон. То есть па-ба, па-ба-ба-ба, па-ба. Потом ми, черное, ре, диез. Па-па, па-па, па, тут уже белое под конец. И снова.
снова через черную. И на белую выходим. Насчет этой второй вариации можете писать мне на почтовый ящик, и я постараюсь ответить. Также можете писать свои комментарии, как вы поняли или не поняли это место. На самом деле, место достаточно непростое, чтобы объяснить его на видео. Ну и, собственно, третья вариация, которая идет. Начинается она с ре. Потом идет фа. Потом ми. Ля. Потом через соль диез, который здесь. Си. Ля. То есть получилась такая схема. Левую ложится тоже достаточно просто. То есть каждая фраза ложится на каждый аккорд в левой. Да, и она идет сначала в одной октаве, а потом через си и до диез такую получается ходульку к новой. И опять повторяется одно и то же. Ре, фа, только уже на октаву выше. Ре, фа, потом ми, ля. И заканчиваем, как в первой вариации, через соль диез и фа диез. Пишите комментарии, оставляйте, понятно вам или непонятно, что еще хотели бы вы, чтобы я показал что-то в более детальном разборе, может быть. Всем спасибо, ставьте лайки, спасибо за просмотр, всего доброго.